Ну что же, всем снова привет. Меня зовут Роман, и мы продолжаем играть игру Dishonored. Так, мы остановились на том, давайте попробуем туда залезть. Что крысы нам не могли помочь, да? А, давайте поудаляем сохранение, наверное. Их тут много, и создадим новые просто одно, чтобы потом не париться. Чуть его не загрузил, сейчас бы я матерился бы по полной программе просто. Все, сохранились, не страшно, теперь можно просто умирать хоть сколько. Стой. Так. Как бы. Ну блин. Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed, I believe so. Туда вот жалко, нельзя залезть. Как же там? Ой, ёпт. Он на меня смотрит. Молодец, смотрит. Ой, блин! Зашибись. Спрыгнул. Класс. Вот совсем уже, наверное, экстремальный вариант. Прыгнуть вниз. Давайте, наверное, при помощи вот этих существ у них вселимся и посмотрим, что-то как оно здесь происходит. Если тут вообще пароходы какие-нибудь тайные. Так, там нет прохода никакого. Иди сюда. Я осматриваюсь, это станет меня. Нет, туда бесполезно. Идите вы нафиг. Окей. Что-то вообще мне не прет. По-моему, было 6 ампул. Не? Ладно, давайте. Запомним, что их сейчас 6. Давай. Беги, родная, беги. Может, по центру как-нибудь получится. У тебя. Загружаемся. Сейчас, мне кажется, у нас вообще не останется вот этих, блин, приспособлений, будет вообще туго. А, не, все нормально. 6 осталось. Может, кто-то туда залезть? Не, не получается вообще никак. Сразу. Блин, слезь ты. Пароход, походу, вообще нет никого. Я тут застрял, по ходу дела. Хотя здесь можно его и прибить. Если он здесь сейчас полезет. Встать и убить.
чтобы он здесь не ходил больше. Точнее, не убить, а просто его посыпить. Иди, иди сюда, пингвиненок на мой. Давай. Давай, родной. Давай, существо, сюда. Так, здесь у нас... Люки, отлично. Туда вот нам никак не залезть. Странно. Мы где должны смочь-то? Так, что-то я уже долго тут на месте копошусь. Не знаю, куда идти-то. Ну, что, проблема-то? Тихо, я не двигаюсь, чтобы не запали меня. Нет. Выпиваем еще. Делаем. Беги, блин, пина. Как надо свинью сломать. Еще. Умрите, палка. Не проще было просто так их убить? Давайте попробуем сердце взять. Вообще рун нет на уровне. А не, вон есть одна. Бедная. Сломалась, не? Не, ее смогла не крутить. Все, осматриваем уровень внимательно, чтобы и животные нас. Не доставали. А если у нас робот сходит? Очень плохой робот, на самом деле. Я не знаю, как его проходить. Вот. Вся в нем проблема-то была. Отсюда-то дойти не проблематично. Дальше доходить сложно. Во, понял. Everything secure here, sir. We have doubled the guards at every post. For now, I recommend you stay in the tower safe room. Try to remain calm. Иди, дубина. Чмо это? О, мышка. Мышка, это хорошо. Хорошо. Тихо. Где-то сучечек. Да-да-да. Раз это бесполезно, наверное. Ну, сюда. Попробуем, посмотрим, как здесь дела обстоят. Все
Уйди, двигатель. Тихо. Да блин, ну что ж такое-то? Автосейф, ну где сохранил? Он нормально. Впереди тоже враги есть. Может, там кто-то можно зайти, не знаю. Тихо, дубина. Слугам своим, блин, тупым. Мне бы такого удали, я тоже здесь всех убивал. Ой, еще здесь враг. Вообще все плохо. Ясно, когда он отворачивается, зашибись просто. Это вообще плохо, потому что уйдешь. Вот его бы убить. Только он неубиваемый, по-моему. О, ушел. Этот ушел, этот пришел. Это что? Сидос. Быстрее. Так, вроде не палит. Какие-то были сокровища. Сейчас бы не фрейрнуться мне тут. О, отлично. Отлично, наконец-то. Сейчас бы жадность фраера, как говорится, сгубила бы. Ходил бы, собирал монетки. Помер бы. А здесь руны где-то рядом, вон, наверху. Что, прохода здесь никакого нет, что ли? Как так? Там, скорее всего, нужен проход. Нет никого. Супер. Супер-пупер. Так, продолжим. Где мы тут остановились-то? А, все, понял. Давайте сохраним игру. А все удаляем. Так, отлично, все. Блин, мне все равно там придется проходить. Плохо. Ёшкин кот. А вон там можно пройти нормально. А его надо убивать? Да, его надо убить. Так. Растребую. Убить-то. Без проблем. Это, наверное, было по-другому его убивать, конечно. Ладно. Окей. Будем по-другому убивать. Ок. Стоп, давайте попробуем так.
там электричество все равно есть. Здорово. А, нет, туда никак не пройти, наверное, да? Да, там не пройти, там стена. Вон эта фигня робототехника. Достижение робототехники. Попробуем вот так делать. Сейчас он только отвернется, потому что с ним начинать это дело это бесполезно. Он сейчас просто расстреляет. Так, теперь делаем это. Делаем вот это. Ёпта. Косо пипец. Вот все. Все отлично. Сами теперь сохранимся. Здорово. Где он там ходит-то? Достал меня уже. Ой-ой-ой-ой-ой, я зря это сделал. А, это этот спалил немножко. Ну, страшно. Нафига мне эликсир Соколова-то? Блин. И куда дальше-то? Самуэль уйти. Так. Бен тайм, сколько надо? 8 рун! О, жесть. Чтобы в людей только вселяться. Это пипец, ребята, это пипец просто. Отвернись, существо, блядь. Отлично. Все, ставим эту фигню, чтобы он опять заработал, и все, идем. Я бы вообще не... Я бы тут... Черта бы не сделал. Иди ты вперед. Даун. Все. Есть! Yes! Да, ребята, мы это сделали. Народ тут весь выпил. Все уже нормально. Сохраняемся, идем дальше. Мы выполнили этот квест. А много серебра, надеюсь? Да, 1000, ну как-то маловато все равно. Мало. Ёпта. Пипец, как я... А как тут оттуда спускаться отсюда? Только в воду. В воду, конечно, это не айс, там рыбки плавают. Прыжок веры, ёпта. Попробуем, во всяком случае, сейчас. Ну, пипец, сейчас реально прыжок веры будет. Там еще народ есть. Офигеть, какая локация здоровая. Просто пипец. Давайте. О!
Плыви, ёпта. Плыви, блядь. О, все. Молодец. Молодец. Опять сохраним всю гостиницу. Сейчас удалять. Их что-то много уже скопилось. Загружаемых игр. Мы сейчас удалим все. И создадим новое. Так. Вот. Давно просто не играл. Если бы я ее проходил быстро и за один раз, то я бы уже все здесь вспомнил. Так как я играю в нее довольно-таки редко, так что. Тихо, только не запали меня. Там вроде нормально стоит. Здесь вот сохраним сейчас. Врагов, по идее, уже не должно быть. Господи, как далеко. Да, так оно и есть, здесь вообще врагов нет. Если они тут были, я бы тут удивился, конечно. Давайте, прыжок. Залезай. Есть. Наконец-то. Пошлите, ура. Консюм. Это, по-моему, самое сложное, на самом деле, была локация уже. Но очень сложная за этих, блин, длинноногих человеков, ну, роботов точнее, ну, вообще не айс, конечно. Раньше, по-моему, не было надписано. Мы здесь уже были, кстати, зачищали локацию здесь. Ну вот, наконец приехали, я сейчас возьму кучу эликсиров этих. Которые синенькие такие. Которые ману регенерируют. Что их просто не хватает. Серебра что-то вообще нет. В этот раз. Все, идем. Сначала. Где он? Открылся, что ли? А вон. Давай, чувак, ты где там? Где он? Да вы издеваетесь. Он ушел. Мужик, где ты? Зачетно вообще. Его нет, что ли, я... Ну, офис, блин, где-то есть, чувак. Ваша мать, где ты, блин? Может, не переезжаю? Давайте сходим. Скорее всего, переезжаю, мне так кажется. Потому что никого здесь нет, что-то. Как-то какой-то город вообще вымерший. О, девочка нужна. That's it. The Lord Regent's done. Farewell to Hiram Burrows, you scheme. To Corvo. Have you given Emily much spiritual education? На второй этаж находится. Без проблем. Даже на третий. Ага. Даже на четвертый. Да.
Ёб. Ничего себе. Кошмары, что ли? Только не пугайте, а игра вроде не страшная, не пугайте. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? Ну, Самуэль подмешал ему в напиток что-то. Cost me a month's profit. Вот, получаем профит с этого. Твои способности для нас очень опасны, вот это сейчас уже. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the emperor. Why I keep... Skip, skip, skip. Flooded District, блин, все проскипал. Главное, походу, пропустили. Новая локация, что ли? Нифига себе, его штырит. Он в зеленом что-то, он бредит. Или из-за того, что концовка уже как близко. Курва бредит, блин. О, господи. Вы где вообще? Вы, блин, что в противогазах-то, блин? Что это? Сталкер, что ли? Ёпта. Офигеть. Да, блин, руку в воду. Вот он по Москве-реке, походу, плывет там. Положил руку в воду, да вот. Результат. Зеленые человечки и все такое. Господи, пипец. Что вообще происходит? Ребята, я куда-то еду. Это все заставка. Хасе его штыркает, да пипец. Как зомби. Куда меня поднимают? К этой жиже, видите, там белая. Фу. Нет, что они сейчас... Да, в атомный реактор, что ли, то с... на опыты. Ко мне залезай. Вдвоем не так страшно. Что такое? Меч. Это наш меч, это наш клинок, блин. Дай. Ой, что происходит? Ёпарасоте, где я? Here you are at last. Господи, ужас. Корв наркоман, блин. Жесть. Это просто жесть, блин. Что происходит? Как кто ты вообще, блин? Черт, блин. А че он, блин, черным-то это... из ада, блин, пришел. Речь толкает. Ёпарас, это как корва пипец просто. Я в шоке, на. Так, блин, что-то истерику это непонятно мне в колонках. О, нормально вроде. О, нормалек. Так, отлично, блин, крысы какие-то возле меня. Фу, в говне сплю. Маска. Ну, зачетно, чё. А, понял. Понял тактику. Что у нас? Ёпт. Никаких умений читать нет. Так, телепорт. А, ясно, у нас оружие нет. Ага. Да ёпта. Что ты не хочешь? Блин, сори, я не хотел тебя убивать. Существо тупое. Оп.
залезли. За оружие. Такой же клинок, ясно. Ёпта. Не хасе. Ёбать, вот, а. Что делать? Я не сохранялся же. Блин. Откуда я сейчас начну? Пиздец. А, нормально начинаю. Откуда только? Да блин. Блин. Надо было сохраниться. This is the one who was with the Empress when she died. Poison. Tivian stuff. Amateur work. Они говорят. Тут они молчали, по-моему, или нет? Или нет, так 4 тоже. Ну уже. Ну что за фигня-то опять? Лично, блин, все через сраку, блин. Чего она не сохранилась там, где я в яме сидел? С крысами. Я его почти убил, того охранника. Они какие-то, блин, еще с телепортами непонятными. Вообще мне это не нравится. О, телепортнулись, офигеть. Мне бы так научиться. Вот они. Фига себе. Вот странный город вообще, все вот это перевернуто. I know a great deal, bodyguard. Как бы я заскипнуть ее. А за что так, я не понял, блин, на русской версии нет печально вообще. Они, как я понял, как я понял по английской версии, что они, ну, они бы считали меня опасным и сбагдили вот сюда. Отлично вообще. Ты будешь сражаться без него. Да. На свидание, оружие. Могли бы себе забрать. Хорошее же оружие было. Ну, зачет, нормально, да? По лицу сразу дали, с пырочки. Вот здесь сохранимся. И на этом закончим. Всем снова спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.